на все ли вам хватает заработанных вами средств и все ли вы можете себе позволить? Нам хватает, да, все можем себе позволить. Санитаркам все-таки подняли, уже более-менее можно и как-то и детям помочь, и самим как-то прожить. На мебель не хватает, угу. И на бытовую технику какую-то. Ну, то есть вы не можете себе позволить всего, чего бы вы хотели? Ну да, приходится немножко подкопить, наверное. С 2-3 зарплат потом только купить. Отложил, купил что-то другое. Еще месяц отложил, еще и купил, за квартиру заплатил. Мне хватает не на все. Я очень ищу вторую работу. А можете ли вы себе позволить вот все, как? Что хотите? Нет, конечно. Нет, конечно. За квартиру заплатить хватает, таблетки купить хватает. На продукты так, ну, не шикарно. Все, а на одежду и обувь. Нет. А на все ли вам хватает заработанных вами средств? И все ли вы можете себе позволить? Да мне вообще ничего не хватает, я на пенсии. Стараешься что-то купить, аж чему-то отказать. И так и думаешь. Вот хочется колбасы хорошей. Не на что. Поэтому каждому жителю Магадана, особенно пенсионерам, очень сожалеет и очень, конечно, им обидно за это. Поэтому я считаю, что люди просто выживают.